Называется «Песня микрофона». Вот этого самого микрофона. Я глох от ударов ладоней, я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфоний, потакал подражателем птиц. Сквозь меня многократно просеясь, чистый звук в ваши души летел. Стоп, вот тот, на кого я надеюсь, для кого я все муки стерпел. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, 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 усиливал. На низах его голос утробен, на верхах он подобен ножу. Он докажет, на что он способен, ну и я кое-что докажу. Он поет, задыхаясь натугой, он устал, как солдат на плацу. Я тянулся своей шеей упругой золотому от пота лицу. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. Только вдруг, человече, опомнись, что поешь, отдохни, ты устал. Это патока, сладкая помесь, зал, скажи, чтобы он перестал. Все напрасно, чудес не бывает, я качаюсь, я еле стою. Он бальзамом мне горечь вливает в микрофонную глотку мою. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. В чем угодно меня обвините, только против себя не пойдешь. По профессии я усилитель, я страдал, но усиливал ложь. Застонал я, динамики взвыли, он сдавил мое горло рукой. Отвернули меня, умертвили, заменили меня на другой. Тот другой, он все стерпит и примет, он навинчен на шею мою. Часто нас заменяют другими, чтобы мы не мешали вранью. Мы в чехле очень тесно лежали, я штатив и другой микрофон. И они мне, смеясь, рассказали, как он рад был, что я заменен. Вот кто написал песню, записку такую, которая называется «Пожалуйста, что-нибудь из Гамлета». Значит, я в ответ на это могу рассказать такой случай. Когда мы сдавали экзамены по западноевропейскому искусству, когда я еще учился, один человек, которому достался вопрос Сервантес, написал мне такую записку: «Напиши краткое содержание Дон Кихота».